Больше трети украинцев считают себя неспособными бороться с коррупцией. Таковы итоги опроса Transparency International. Это неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня по всему миру. Опрос проводили в период с 2012 по 2016 год. Как выяснилось, 35% украинцев считают, что простой гражданин ничего не может сделать для борьбы с коррупцией. Зато 51% готовы давать взятки при обращении в медицинские учреждения. 19% приносят конверты в социальные учреждения. 10% в учреждения начального или среднего образования. И еще 9% дают взятки дорожной полиции. Из способов борьбы с коррупцией самый популярный – отказ давать взятки. Его поддержали 29% опрошенных. 9% считают, что проблему можно решить, если сообщать о коррупции. Еще 6% уверены, что поможет лишь голосование за добропорядочных кандидатов или партии. И 5% предлагают просто не замалчивать проблему взяточничества. Из наиболее актуальных проблем, которые нуждаются в первоочередном внимании правительства, назвали поднятие экономики и борьбу с коррупцией. Так, за важность решения экономических проблем проголосовали 69% опрошенных. Далее идет решение вопросов здравоохранения, безопасности, безработицы, преступности и образования. Стоит отметить, что по данным Transparency International, коррупцию назвали самой большой проблемой своих экономик 67% молдаван, 66% испанцев, 65% косоваров и 59% словенцев. Екатерина Лапицкая, 7 канал.